Так я покинул родную станцию. В первый раз с далекого детства. Мне было неловко, что я не сказал отчиму всей правды. Я не собирался возвращаться домой с Рижской, но я не мог подвести Хантера. Так откуда ты? С Рижской. Я тут челночу помаленьку, туда-сюда, покупаю товар. Метро, наверное, повидал, а? Давай, давай, двигай. Ну да. Ближайший базар на следующей станции за Рижской. Там уже большое метро начинается. Я раньше частенько в поле съездил, но теперь туда так просто не попадешь. Нужно или везение, или паспорт гражданина Ганзы. А что так? Ну, Ганза ведь все метро соединяет своим кольцом. И станций у нее куча. Но чужаков там не любят. А если через Ганзу ты не можешь пройти, потому что гражданством не вышел, тогда тебе дорога лежит через красных фашистов или через простых бандитов. А эти ребята в последнее время совсем озверели. Если никого рядом нет, друг другу глотки режут. Что случилось, Петь? У Алексеевской застрял военный караван. Какое-то обрушение туннеля или что-то в этом роде. Так что вам придется ехать по служебному туннелю в обход Алексеевской. Вот дерьмо. Ненавижу этот тоннель. Ладно, Петр, открывай ворота. Не торчать же здесь пожизненно. А что нам такого в этом туннеле? Ну, это вроде как обычный тоннель с виду. Темноватый только. Я в прошлом месяце шел им. И не понравилось мне. Совсем. Ничего, мы на дрезине, вооружены, все будет хорошо. Так, ублюдочка мы сменим. И лампочку зажгем. Проклятие, голова просто раскалывается. Ну что, галюны обеспечены? Если поможете качать, доберемся быстрее. Живя, помоги ему! Нам этот тоннель поскорее бы проскочить. Артём, прикрывай тыл! Есть! Зачем нас до Рижской? Хорошо. Нам убираться отсюда надо. Давайте побыстрее, а? Мне тут страшно с ними. Страшно? Страшно? И жалко их очень. С кем это? С ними? С ними. Ты что? Не слышишь, как они плачут? Вот они, галёные. Галюны пришли. Артём! Сюда! Если вы хотите выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой. Целоваться не будем? Надеюсь. А вот и в себя пришли. В отключке, чуваки. В полной. Так, пока есть возможность. Подзарядили. Встали, чтоб побольше обзор был. В панику не впадайте, истерики его не поддавайтесь. Вот этого надо грохнуть. О!
Вот этого тоже. А вот здесь нужно действие нажимать клавишу. Так, ножичком его покоцать. Опа! Вот так. Ух ты! Возьми мой дробовик! Перезарядились. Не палите слишком сильно. О! Экономьте патроны. Вот так мы тебя, чувачок. Вот так тебя. Поможем, поможем. По бегущим нет смысла стрелять, это бесполезная трата патронов. Вот так мы тебя. А вот этот сейчас должен нас сбить. Или нет, не этот. Вот так тебя. А вот это по сценарию так должно быть. Быстренько спрятался он. Побежали, побежали, твари, твари, твари. Сейчас он вылезет и бегом, бегом, не останавливаясь. Следом бегом, как можно быстрее, быстрее, быстрее. Побежали, 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 побежали. Чтобы эти... Вот так, вот так, вот так, хорошо. Ну все, выбрались. Горячая ночка, а? Пропустить по стаканчику не помешает, я думаю.